Поймали, вот он. Вот он. Как его назовем? Может, граф Грачич? Ивашка, Ивашка. Ивашка его назвали. А как вы его поймали? А давайте его Ивашкой назовем. Его поймали на туалете, мальчик. Грачич. Он давайте, так больно, как тебя. Давайте, давайте кормить его. Ну что сейчас? Поймали. Вань, хорошо, ты неси за парфюм. Так, стоп, стоп. Так, давайте разберемся, кто соглашается Ивашки на то, чтобы быть собиральщиком для него фортеина? Нет. Ты можешь собирать. А что собирать-то? Кузнечиков. Я тоже хочу. Ну вот, берем трех человек. Да, да, я понимаю. Так, Лиля, раз. Леонида, два. И Нестор. Я. Нет. Думаем. Я. Он. Можно я буду жить? Почему? А кто его сторожить будет? Я посторожу. Можно я посторожу? Нет, мы посадим особую коробочку. Коробочка есть? Он там будет сидеть. Дядя Володь, есть какая-нибудь коробочка? Зачем тебе? А куда его? У Виктора. Подведите. Подведите. Ага, в кастрюлю засунем. Нет, не пойдем. Будет у нас пирожки с мясом. Для грача. И в эти тихонечки пойдут. Нормально. Хорошо, мы дядь Володя, можем мы его отнесем сейчас прямо? Давай, скажи. Мы же не знаем, где он находится. А он сейчас даже дома. Вань, сади давай. Кто я знаю? Он к Устинам им пошел. Вань. Я не знаю, куда он ушел. Давай, Вань. Он к Устинам пошел. Ути, господи, так зовут твоего кота. Дайте я его потрогаю, ты еще ниже нее не трогал. Держите! Что вы будете делать? Котчем замотать. Твоего кота. Твоего кота белого зовут Ути, боже мой. А это не Ути, боже мой. Это правда Ути, боже мой. Ути, боже мой, я Серега. Один! Куда поставим? Нет, а он там живой. Я грачу. Живой. Вот. Но ему дырки нужны. А ему дышать-то есть чем? Вот. Дырка целая. Большая такая дырка. Что за протеин? Вань, за протеином. А я покараулю, потом сходим. Протеин это что, наркотик такой, да? Нет, протеин это... Тебе будешь готовить? Минерал, короче. Ну пошли ловить. Вань, иди ловить, а я покараулю. Дядь Володя, а как нам его доставить в темноте Тихоновичу? Ну не по почте же. Дядя Тихонович поехал к Устинам. Ладно, не по почте же, говорю. Ну, давайте по почте. Голубиной почте посылать. Грача. Всю картину. Все, он испугал. Все, тихо, не подходите к нему. Все, голуби не подходите ко мне. По голуби надо подыть. Ой, нельзя. Нельзя. На улице. Открывать нельзя. Сейчас его съездят и узнают. Ну, напихка, смотрите, смотрите. Ребята, я могу съесть. Здесь поймали грача. Да. Сейчас его... Нет, я поймал. Пора. Ты поймал раз? Нет, Ваня. Нет, я поймал. Куда ты пошел? Куда ты пошел? В ту келью. Вон, вон, в первую, в первую. Там рабочий у нас. Там у нас луки лежат, все это. Вон грача ребятишки поймали. Вот сейчас его начальник лагеря сказал, Игнатий Ильич, посадить в келью. Дать ему воды там. Вот здесь вода была. Во. Еды ему, чтобы было. Еды и воды. И вода. И кузнечики. Воды тут нету, надо воды принести. Ладно, кузнецы у меня. Ну, пускай здесь сидит. Это не девчачья. Да, чистую какую-то. Да. Фу, ну здесь чесноком как-то странно. А там это, где-то желтая ведерочка стоит у кошек. Заберите его, он здесь стоял. Там то, что одна баночка есть. Просит, отходи, уходи. Пока. Кузнецов. Так, Ваня, пока один, заходи сюда. Ну что ты, иди, иди, иди. За банкой, за пластмассовой. Один-один. А где эта банка пластмассовая? Мальчики. Вон она стоит, вон у кошечек. Куда пошла-то? С той стороны, здесь нельзя ходить. Мы сегодня на рыбалку пойдем? Пойдем, но сейчас занятия будут. А я знаю. Воды поставьте ему, чтобы он пил. То, чтобы только он увидел. А он не улетит отсюда? Но если вы будете дверь открытую держать, конечно, улетит. Отдохнул? Таташ. А ты куда его поставишь? Не маши, палка, не маши. Что за прыжки?